Всем привет! Сегодня 24 декабря 2014 года. Да, и вправду 24 декабря, смотри, я сомневался на самом деле. 22:03, вечер. Среда пришла, неделя прошла, вот оно что оказывается. Так, как же день сегодняшний прошел? Надо бы вспомнить. Прихожу, значит, на работу, не выспавшийся, злый как собака. После вчерашнего курения кальяна мы только часа в 2 или 2:30 уснули, а уже 6:30 вставать надо. Вот. И тут бах, мне сообщают превосходнейшую новость. Есть свободная машина, езжай, смотри, новостройки на север. Дмитров, Долгопрудный. И Алтуфьевское шоссе. И у меня сразу настроение поднялось. Я такой думаю, круто. Ну и, соответственно, с водителем чухнули в эти все места. Провели там весь день. В Долгопрудном. В Дмитрове. И на Алтуфьевском шоссе. Постояли в пробках. Выспался. И все четко. Привет. Вот. И все. Домой пришел вечером и отдыхал. Сейчас собираюсь ложиться спать. Вот. Ну и все. Как у тебя день прошел? Болезненно. Ленка заболела, короче, прикиньте. Горло заболело. А ты не видел? Нет, не видел. Вот, ну и все на этом. Да, пока. Всем привет! Сегодня у нас 24 декабря 2012 года. Всем привет! Меня зовут Ермоленко Игорь. Вы смотрите видеодневник день за днем. День у нас сегодня 24 декабря 2013 года. Время сейчас 5 минут 12.